Депутаты Самарской губернской думы обсудили уровень загрязнения воздуха в регионе. В заседании приняли участие представители профильных и надзорных ведомств, крупнейших предприятий и торгово-промышленной палаты области. За последние 5 лет Приволжское управление гидрометеорологии зафиксировало рост концентрации формальдегида практически во всех городах. Однако уровень выбросов от заводов и фабрик снижается, а вот автомобилей, напротив, растет. Собравшиеся проанализировали комплекс мер, которые помогут снизить уровень загрязнения воздуха.